благодаря принятым решениям, которые сейчас реализуются, и поддержке со стороны правительства Российской Федерации, в 2026 году мы должны уйти от мазутной зависимости. Сейчас это главная проблема, которая разбалансирует топливно-энергетический баланс, и бюджет Камчатского края дополнительным грузом для него является. Хочу поблагодарить и компанию «Новатэк», и, безусловно, правительство Российской Федерации за поддержку решения этого наболевшего вопроса. Но и отдельно хочу подчеркнуть, что газификация также откроет дополнительные перспективы для реализации инвестиционных проектов на Камчатке. Это и создание инфраструктуры резидентами территории опережающего развития. Сегодня мы один из таких объектов осмотрели, связанный с жилой застройкой микрорайона Черильчик, и позволит нам удешевить расходы, которые объективно крайне высоки именно в связи с теплоснабжением. Все эти решения находятся на постоянном контроле, мы работаем с коллегами в плодотворном ключе.